Багульник растет в тенистых лесах и на болотах Крыма. Плоды багульника созревают в августе и сентябре. Тогда их собирают для лекарственных целей. Препараты из багульника применяются в качестве отхаркивающего, противовоспалительного, антисептического средств. Растение содержит ядовитое эфирное масло. Русское название багульника происходит от старинного глагола «багулить» – «отравлять». Это связано с особенностью растения издавать поначалу приятный, но в конечном итоге сильный, удушающий запах.